Итак, друзья, всем привет! В этом ролике хотел бы вам рассказать о сайте NukeMap. Это вообще-то интерактивная карта с использованием API MapBox и разокреченных данных о воздействии ядерного оружия, которую создал Алекс Валенштейн, историк науки из технологического института Стивенса, который изучает историю ядерного оружия. Язык интерфейса английский, первый запуск февраль 2012 года. Так вот, здесь, друзья, можно посмотреть на то, какие ядерные взрывы. Во-первых, тут можно посмотреть, какие бомбы. Вот, допустим, select. Значит, вот здесь enter. И здесь, вот видите, сколько килотонн. Допустим, самая большая здесь W78, current in US и так далее. Хотя нет, здесь вот еще мегатонн. Вот 100 мегатонн. Давайте посмотрим. Трусар бомб, 100 мегатонн. Естественно, я лично не собираюсь, вот так надо перетащить вот этот detonate. И, друзья, я, естественно, не собираюсь на земле показывать эти взрывы. Да, некоторые показывают, да, там на городах, как бы. Значит, если хотите, смотрите сами. У меня же здесь проблемы в интерфейсе. Вот, вот этот. Значит, ну, можно показать рядом, допустим, с городами, да, как выглядит вот этот взрыв. Значит, ну, короче, выбирайте, какая бомба будет, да, сколько мегатонн, килотонн, вот, допустим, 300, здесь есть 350 килотонн, вот, detonate, и вот насколько меньше 350 килотонн, чем здесь указаны бомбы мегатонн. Вот самая большая, по крайней мере, которая 100 мегатонн. Вот, и она вот так вот. То есть несколько городов может вообще поглотить. Можете смотреть, искать в интернете. Ну, допустим, давайте поищем самая большая бомба. Ядерная, точнее. Это 50-60 мегатонн, не килотонн, а мегатонн. По крайней мере, была в Советском Союзе. Тут вот у нас 100 мегатонн, да? Ну, то есть, можно представить. Здесь ниже, fireball radius, вот здесь, в желтом. Значит, вот этот вот желтый радиус, это, значит, огненный шар будет, да? Далее, thermal radiation, тоже непонятно, оранжевый. Вот, ну, здесь непонятно. А, ну, наверное, это вот здесь. Вот, да, вот здесь, вот, вот эта область. Thermal radiation. Light blast damage. Light blast damage это серым, вот он. Ну, это ослепительный солнечный свет. Я точно не знаю. Ну, короче, посмотрите, переводчики, если хотите. Ссылку, короче, размещу в описании. Смотрите, еще раз, это не какой там проект. Это проект, кстати, иностранный. Интерактивная карта с использованием воздействия ядерного оружия. Вот. Так что смотрите сами, выбирайте, какая там, какую бомбу можете поизучать, какие, видите, вот самые большие, вот USSR, вот видите, самые большие 50 мегатонн, ЦАР бомба, значит, 100 мегатонн. Вот. Вот это взрыв нафиг. Вы представьте себе, вот какая площадь у нас была. Ну, кстати, для России это не такой уж и большой взрыв. Ну, если, кстати, смотрите, перетащим вот этот взрыв на север, да, то, естественно, из-за искривления Земли он будет больше, да, чем, вот видите, вот, допустим, здесь. Вот так вот. Вот он настолько большой. То есть, если мы посмотрим здесь, он, смотрите, маленький такой, перетаскиваем наверх, вот он большой. Вот так вот. Это еще раз из-за искривления Земли. Вот. А смотрите, тут вообще точечка. Точечка. Тут почему-то уже нет такого сильного искривления. Вот. Так что, друзья, ссылка будет, естественно, в описании. Всего доброго. Всем пока. До свидания.